Привет всем, это Вячеслав, канал Кибай. Сегодня к нам привезли такой автомобиль, он ездил своим ходом, это Opel Vectra V 98 года, 1.6 бензин. Проблема владельца была в том, что он потерял чип мобилайзера, то есть в этом ключе, между двумя половинками, между этими частью с лезвием и частью с кнопками находится чип мобилайзера. Это такая семечка, как похоже на семечку от подсолнуха. Он отвечает за заводку машины. Дело в том, что в этом чипе есть код и есть код в машине. Когда мы вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем, сверяется код ключа и код машины. Если они совпадают, машина заводится. Сейчас вот мы вставляем ключ, машина заводится. Владелец данного Opel потерял этот чип, поэтому он привез машину к нам. На Тимирязева 121, корпус 4. И мы его, этот чип, изготовили. Изготовили мы его по блоку, то есть блок находится на замке зажигания. Программно вычесть данные с блока нельзя, с моторного. Так, машина старая, то есть была машина года 2001. 1.6 бензин, как бы можно достать, а так старым блоком нельзя. Если у вас тоже проблема есть с чипом мобилайзера, с ключами зажигания на ваш Opel, либо на другую марку автомобиля, нужно отремонтировать замок зажигания, замок двери, ключ, поменять корпус, перепаять микровыключатель, перетащить лезвие ключа зажигания, тогда вы можете обращаться в нашу компанию Akibai, мы решим все ваши проблемы по ключам зажигания и замкам. Обращайтесь.